Всем привет, юные егрики! С вами мистер Егр по совместительству Егор Калугин. И сегодня мы смотрим, вы смотрите новый влог на моем канале, который посвящен альбому «Космос». Хей! YouTube продолжает деградировать, и поэтому если не кормить мой канал, он не вырастет. Жмякай на паузу и поддержи видео лайком и рандомным комментом. Давайте вместе сломаем алгоритмы YouTube. На моем втором канале в конце ноября прошлого года выходил небольшой отрывок, анонсик полноценного альбома, где там были мини-клипы. Я все пытаюсь прыгнуть выше головы своей, будучи блогером, старый сбоков, как поле чудес, что у тебя там Липтон, Гринфилд Эс. И сегодня как раз таки влог посвящен полностью вот этим мини-клипам, как мы их снимали, что мы делали. Естественно, мы не отсняли все эти мини-клипы в один день, мы растянули все это на довольно-таки долгий период, начиная от начала сентября, закончили мы буквально перед самим релизом уже. Потому что нам нужно было правильно все подобрать, чтобы были разные, практически разные времена года. Начнем с того, что самый первый клип, который мы снимали на последнюю песню. Когда я вижу молодых, что бьется в объектив. Если суммировать все количество съемочных дней в этих мини-клипов, у нас потребовалось, ну, где-то от 7 до 10 дней. То есть, если в общем считать. Но, естественно, мы раскинули это все на 4 или 5 целых месяцев. Полностью. Егор, тебя помойка, ты прям над помойкой. Тебе бы это кадр сменить. Че, снимай? Ну так. А что ты делать-то должен? Запись идет, эй. Ау. Погнали. Валер, иди. Ну все, Егор за пивом дрэпалом идет, сразу видно. Идет и поет песню Кэти Перри. Йо. Я иду за девчонки, где? Йо. Я иду за девчонки, я. Где? Хо. Я роняю пиво, ха! Валера, уйди! 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 Уйди, мне страшно! Егор, это уже не 15 секунд, а 25! Куда ты еще надеваешь? Куда ты идешь? О май! Контент для влога, пожалуйста. Супер контент для влога. Валера ворует шарики. А Данила это клоун из Оно. Это интерпретация. Интерпретация Стивена Кинга. Оно. Оно. Окей, ба. Окей. Окей, okay, I see you around, motherfucker. С тобой? Да. Зачем? Типа. Сам бы снял. Йо, motherfucker, йо. Йо, go. Опусти и забудь. Он опять шарик уронил. А, ну кстати, опусти и забудь, он шарик. Я спускаюсь к воде, и мне страшно. Парни, ну вы это, я пойду, наверное. Только не упади, там край далеко. Ты что, гарпия? Ладно. Там вон кто-то к нам идет уже. Тёлки там идут. Тёлки, тёлки. Валер вам возбудился уже, вот шарик у него взбух. Сейчас, короче, это, будем прощаться с шариком. Да. Так, вон туда мы, может, залезем, наверх. Зачем? Чтобы он медленно летел, мы его сняли спереди. Ты что, надо сверху бросать? Ты что? Это знаешь, как будет круто выглядеть? Ты что? А может, знаешь что?
Я сейчас пойду туда, а вы будете отсюда снимать. И же зачем это? A few moments later. Туда дует, я думал, он туда полетел. Он вообще в ту сторону полетел, он вон он даже. Да он даже не плывет. Я знаю, его снял, как он там плавает один, одинокий шар. Мы снимали в сентябре, потом ждали, когда будет смениться погода, снимали потом в октябре, потом в конце октября, потом еще через 2 недели, потом еще через 2 недели. И в общем мы это прям растягивали и растягивали, чтобы именно заснять разное время года. Йоу, я рэпер. Я рэпер из деревни Курганы. Я ебал твою маму. Давай делай что-нибудь, там танцуй там и же. Можешь чуть поближе зумом добавить. Или встать. Я могу подойти поближе, в принципе. Да. Просто вот эту часть не надо снимать, а вот типа так. Без паха, да? Да, без паха, пожалуйста. Давай, давай. Давай, сейчас. Давай. Так ты так не сможешь еще раз считать, как тогда. Какое злобное лицо. В жизни бы я хотел Егора увидеть таким злым. Ничего не видно, Егор. Чуть-чуть видно. Да, нормально. А, вот так нормально. Ты, короче, говоришь, начинаю, и мы через 3 секунды бьем. Да, давай, Костя. Я одновременно буду, я буду громко орать. Не видно, как я читаю, я могу сразу вам сказать, типа, бьем. Ладно, хорошо, хорошо. Я короче, кричу, бьем. Мы должны это одновременно сделать, в этом прикол. Бьем. Раз, два, три, бьем. Тихо, стоим, стоим. Заходи туда, иди, иди в любую сторону. Просто уйди. Я, короче, поставил сканер. Держи, встаньте куда-нибудь туда, чтобы я посмотрел. Запись идет. Все, давай. Два, один. Всем здорово. Новый влог сегодня на канале. Представьте себе, вложик, идем со съемок мини-клипа для альбома «Космос». А? Йо, сила, правда, голосуем. Яйца не принимали, типа, язык. Часы. Ну, найди уже себе нормальную бабу какую-нибудь, чтобы мы не себе. Тебе сразу легче жить станут. Логично. А, там стоп, а тут не стоп. А, понял. Ты типа там заезжаешь. Но. Все, 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 понял. Как односторонний ты. Блин, знаешь, было прикольно, если ты лег бы на стол, пил бы чай вот так вот, я бы всех снимал. А какой чай ты делаешь? Не знаю. Как его? Ну, Липтон. Липтон. Если тебя пущили, знаешь, как в клипах, если это будет настоящий... Да, чтобы он вот так вот взлетел. Да, я хочу показать. Ну, блин, это надо слоу-мо, это надо уметь. Нет, давай я просто покажу, типа. Давай. Зачем ты так губы сделал? Не знаю. Готов? Да. У тебя лицо так старое, как будто детство, ну охреную руку. Так и есть еще. Ну смотри, у тебя там то ли телефон, то ли салфетка. А, вот это? Да! Она таким образом стоит. Ну сейчас уже нормально, давай. Нормально. Просто ты так топаешь ногами, как будто... Костя, улыбается. Костя, да я его снял. Отходи от стены быстро. Давай, давай. Попьешь или резко от стены?
Это хорошая тема. Да. Ты сейчас замерзнешь, Егор. Да я знаю. Видео не снимай. Отморозишь себе. Да, уши. Чуть-чуть. Не только. Я, короче, установлю, что я прям по центру буду. Просто скажите, когда я вот где-то ростом буду вот, за две этих полосочки. Я не очень понял, что ты, Егор, ты в одном квадрате. Один квадрат, иди к нам. А может, идет к нам. Егор идет. Поправляет свою челку. Ну что, как он красивый. Тепло тебе, Егорица? Я еще стянулся. Че, как там? На улице холодно, еще не зима, мы уже замерзли. Егор умный в шарфе, в пальто, в теплом. А мы с Данилом в осенних курточках. Очень весело. Спасибо, Егор, тебе за все. Хороший ты друг, Егор. Лучший. Прям, любим тебя. Да, да, Егор. Молодец, делай, делай. Еще влог ставят по-любому. Смотри, какой Егор. Модный. Как фейс. Бургер, бургер, бургер. Я роняю мыло. И потом мне больно. Уши очень больно. Немецкие хлопки. Пойдем гулять. У тебя с волосами проблемы небольшие. Они у тебя мне... в разные стороны, как у, фейса. Не догонишь. Ты как на фотосессии? Егор это кастинг. Кастинг это кастинг. Йо! Это Егор! Я ударяю, короче. Из него как полилось на меня. Ты включил? Да. Ты по-любому включил на момент. Я потом посмотрю. До того, до истории, до концовки. Я потом посмотрю на монтаже. Валера, не бери! Вот они. Мальчики-красавчики. Мальчики-красавчики, 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 и прям на меня. А? Чё ты, а? А чё ты, а? А блин, чё? Толкни его, толкни его. Всем привет, короче, чуваки. Сегодня новый вложик со съемок мини-клипчика. Тут у нас все чётенько. Холодно, да-да-да. Скоро закончим, нет? Да все, погнали, чё вы, как глисты тут стоим. Мою карту заблокировали под моим именем и фамилией. 29 за корм. Вот этот корм просто, он офигенный. Он очень вкусный. Все нормально. Манго? Сок манго? А, грануе. Я думал, тут написано урина. Я не понимаю. С манго. Урина? Кто самый кассир? Кто? Что? Нет, это не видеокамера. Можно. Не, смотри, вот, а ваше мнение о покупке? Да, что-то как дорого все. Хотя я купил со скидкой все. Не ходите в пятерочку. Поднерочка. Поднерочка. Вот так вот. Получилось ведь, получилось! Давай, три. Снег! Давай. Да я практически все здесь пил. Пил, 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 пил. Пил, пил, пил. Вот это вроде не пил, пил, пил. Это просто... Серьезно, как бы обычно не так. Я серьезно. Вообще никакого выдающегося вкуса нет. Обычная минеральная вода. Ты же за бутылочку брал. Ну да, ради бутылочки. Не, кстати, в ней что-то есть. Чего в ней нет? Наценка в ней есть, все. Что-нибудь кисленькое такое? Нет, это обычная минералка. Необычная. Необычная. Это обычная минералка. Тебе кажется, Данил? Ну, обычная после вкуса другое. Да, а вот какой-то с такой... У этого после вкуса такое свежее получилось, типа. Нет, реально можно ощутить. Да-да-да. Вы себя убеждаете? Нет. В то, что она стоит своих денег. Не, она не стоит, ты что? Я короче, шел. Нет. Летом вроде. Где еще Стрекоза за Озерном. Типа там тоже такой мини-торговый центр. Короче. Там уже не мини. Не мини уже. Мы, короче, стоим просто что-то. Общаемся. И тут такие, короче, мелкие чуваки. А мы до этого видели их, как они колонку, короче, убирали. Типа скинулись, видимо, вместе. Что-то такое. И они там, типа, а сколько стоит, там, что по деньгам, там. И мы, короче, стоим, и они такие идут, такие, колонку начинают проверять. И включают на полную фейс, и такие, типа,
подходит Тима, начинает танцевать. Крайне странно выглядит. А я со стороны такой смотрю, типа, что за дети? Поколение 2К17. Да. Вот эти вот ребята. Как-то так ты будешь, да? Да. Я даже твои действия от меня напомню. Йоу. Класс. Йоу. Я давно улетел, я давно попрощался, ты не убираешь. Хватит ошибаться, звон в голове, звенит звон. В душе тормозит пора, слишком много же. Еще раз два. Я давно улетел, я давно попрощался, ты не убираешь. Хватит ошибаться, звон в голове, звенит звон. В душе тормозит. Тебя нужно будет ударить по руке. Ааа, у меня руки начинают болеть. Да. Фарту масти. Тут еще больше людей. Вот, видно, видишь? Можем вон на черный вход пойти. Не, видишь вот этот кадр? Вот. Да, вижу. Это, блин, ты понимаешь, что мы клип снимаем, а не пейзажи. Ну так я тоже, это как бы клип. О! Гор, ты знаешь, что делать. Я давно улетел, я давно попрощался. Это очень неудобно. Да, нормально. Все, кайфу, да? Просто за 300 секунды. Сделай немного кадр ниже. Да. Жди меня. Давай. Давай. Смотри. Давай. Закрывай, бери. А, я забыл. Я забыл, что надо дальше. Бросай. Все. Любой. Чай черный. И заметь, фокус сегодня сработал очень хорошо. Без конфузов. Самое сложное, конечно, было дождаться снега, потому что у нас не выходил снег. И мы, блин, снимали клип «Солнце» уже под самый-самый конец. Всем здрасте. Сегодня новый влог. Почему бы нет? Ну да. Суть в чем, сегодня мы у нас последний съемочный день. В плане мини... Короче, последний съемочный день мини-клипов к альбому, презентация альбома. Последний клип у нас остался на песню «Солнце». Мы дождались снега, чтобы было снежно. Чтобы был сон. Чтобы был сон. Чтобы было солнце. Чтобы... Убери я. Что? Удали это, я не... Что? Я хотел сказать слово «солнце», потом я на слове «сон». Я такой... А. Нужно начать делать залип. Я это вырежу. Враньё! А мы находимся в парке, который называется СПКО, и... В этом парке мы снимали экзотику еще летом, еще в августе. Так что мы пришли сюда зимой и давайте снимать. То есть я вот такой размером должен быть в кадре. Просто пойду прямо. Примерно размером с полтора квадратика. Да. Если учитывая прическу, то с два. Все, я готов. Что? Не, на самом деле, знаешь, что можно? Типа, знаешь, ближе камеру поставить, типа ты в клетке. А потом тебя убрать, типа ты не в клетке. Как из «Доктора Кто» из будки вышел, кстати. Просто не на меня, а сбоку, наоборот. Короче, мы все сняли. Можно идти домой? Ну, я думаю, да, можно. Ну что, к тебе? Или ко мне? Йо. Все, считай, мы все отсняли. Короче, мы пошли домой. Всем спасибо, что смотрели. Дым, сигарет, ментола. Всем покеда. Конечно, из-за того, что мы решили снять все в разное время года, погода повлияла на качество наших мини-клипов. Условия были практически неподходящими. В какие-то моменты мы просто шли по улице, такие, ого-го, вечер, хорошо. Блин, хорошее время как раз снять, и у нас была какая-то аппаратура, мы сразу начали снимать. Мы старались снять и успеть везде, во всем и всегда. Конечно, больше всего времени ушло на клип Like You. Так что вот так мы поснимали, чуваки.
Что, понравился видос? Тогда поддержи его лайком и рандомным комментом. А если хочешь оценить другие видео, то подписывайся на канал. До скорого, юный Егрик!